Всем привет! Меня зовут Юрий, и... Ой, что-то быстро. Вашему вниманию представлю сегодня систему управления смарт-контрактами SMARTS. Поскольку времени у нас очень мало, как сказали организаторы, всего 3,5 минуты, будем исходить из того, что все уже знают, что такое смарт-контракты. Возможно, даже уже закупились биткоином, возможно, даже эфиром, возможно, даже по 20 тысяч долларов. Ну, для вас у меня хорошие новости. Холдите будет стоить дороже. Мы очень верим в том, что блокчейн и смарт-контракты — это прогресс. Они несут нам чудо децентрализации, и скоро наступит время, когда большая часть расчетов будет проходить в криптовалютах, и когда все в своих телефонах будут управлять сотнями и сотнями смарт-контрактов. Конечно же, это все изменит бизнес, в том числе банков, и мы надеемся в этом как следует поучаствовать. Немножко цифр, которые это подтверждают. Вот число смарт-контрактов за последние 2 года, как оно растет. Рынок ICO, который продолжает ракеты взлетать, несмотря на то, что вроде как хайп прошел в прошлом году, все равно в первом квартале 2018 цифры бьются очень сильно, все растет и движется вперед. И смарт-контракты, собственно говоря, являются драйвером и вообще... Благодаря ним этот рынок появился как таковой. Но применение смарт-контрактов отнюдь не ограничивается рынком ICO. Они применимы практически везде, где вообще существует IT, где существуют интеграторы, где работают программисты, без ограничений. Не везде они нужны, скажем честно, но везде они найдут свое место и везде сэкономят очень много денег, очень много времени рабочего разным проектам, разным бизнесам и людям. Рынок блокчейн растет в целом. Вот прогноз, не будем задерживаться. Есть аффилированные рынки, которые растут вместе с блокчейном, которые растут вместе со смарт-контрактами и продвигают этот рынок вперед. Особенно хочу остановиться на рынке системной интеграции. Этому рынку уже не одно десятилетие, но при этом он все еще растет по 10% в год. Это очень и очень немало, и, конечно же, смарт-контракты найдут свое место на этом рынке. Мы верим в то, что их капитализация рынка смарт-контрактов в ближайшие годы составит как минимум $1 миллиард, скорее всего, больше, и хотим отгрызть от этого рынка хотя бы свои 10%. На данный момент в смарт-контрактах есть большая проблема. Они доступны только программистам, и даже программистам нужно поддерживать довольно тяжелую инфраструктуру, полные ноды сетей для того, чтобы ими пользоваться. У пользователей нет никаких удобных интерфейсов, то есть у пользователей проблема. В принципе, вот вы, скорее всего, никто из здесь сидящих в зале не может запустить свой смарт-контракт. Я скоро научу вас, как вы уже можете сегодня это сделать. Мы, собственно говоря, все эти проблемы решаем. SMARTS — это система управления смарт-контрактами, генератор интерфейсов для них, то есть мы даем пользователям удобные интерфейсы по запуску управления по посылке транзакций в смарт-контракты, программистам даем удобный инструментарий для разработки интерфейса, то есть блокчейнерам больше не нужны фронтендеры. Ну или можно, скажем так, обойтись без них. С ними лучше, но можно и без них, а они стоят дорого, это хорошо. Бизнес, в свою очередь, получает удобные API и возможность работать с блокчейн-технологиями, интегрировать блокчейн в свои бизнес-процессы без выделенного отдела блокчейн-разработчиков. Опять же, стоит дорого. На данный момент поддерживаем эфириум и уже в течение месяца, когда выйдет EOS, это новая, очень крутая блокчейн-система, будем поддерживать ее, уже давно с ней работаем, разбираемся. Ну, буквально несколько картинок. Так выглядит наш marketplace. Так выглядит дэшборд по управлению контрактами. Так выглядит непосредственно страничка по управлению конкретным контрактом. Вот, немножко про EOS. Прям буквально пару слов. Раньше, до сих пор, смарт-контракты имеют огромную проблему масштабируемости. В принципе, она будет всегда, но сейчас вот будет большая революция в этом году на этом рынке, потому что выходит EOS, он поддерживает в 1000 раз, чуть меньше, в 1500 раз, больше операций в секунду, гораздо чаще закрываются блоки, решены другие технологические проблемы, и это будет большой прорыв, и мы его поддерживаем уже сразу с момента выхода в июне. Систему SMARTS я призываю вас попробовать уже сейчас. Наш прототип активен, работает, platform.smarts.io. Можно сделать свое ICO буквально в удобном интерфейсе, выпустить свой токен, сделать мультисиг кошелек, провести голосование на блокчейне, сделать еще целый ряд интересных, крутых штук. Мы проводим ICO. Наш токен — это payment токен, дефляционная модель, уже сегодня с этой сцены звучало.
похоже на Binance у нас идея, то есть можно получать скидку за счет использования токена и расплачиваться за разные движухи социальные на платформе, и так в том числе получать деньги. На самом деле придумываем еще сейчас несколько очень интересных механик, консультируемся с немногими людьми. Да-да-да, я бегу вперед, окей. В команде у нас очень крутые программисты, мы без ложной скромности скажу, известны на рынке. Больше 50 миллионов долларов собрали смарт-контракты, которые мы написали или проаудировали на ICO. Bubbleton, World Wi-Fi, по Network, вот наши клиенты, в том числе проект Raison, привет, тоже наши клиенты, мы их консультировали. Так что с программистами у нас прям все очень-очень хорошо. Все работали в Highload, работали в Mail.ru Group, в Касперском и подобных командах. Ищем ранних инвесторов, уже привлекли первую ангельскую инвестицию, сами вложили, примерно 300 тысяч долларов уже в этот проект вложено. Адвайзеры, разработчики, всем welcome. Ну, тут немножко, ладно, это не будем. Спасибо, на этом все. Спасибо большое. Надеюсь, было интересно.